Йо-йо-йо, пацаны, так, с вами Гриш. Если БТР-70, он же всего Да. один на игру, верно? Перейдите за первую сторону. А, штаб стороны один? Да, 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 за, за красную. А Сор куда нас? Шесть человек. Все остальные так же остаются. Сор, вы давайте, смотрите, сейчас посмотрим. Шесть слотов. А вот к БРТ можете сесть 2-5? 2-5? Так. За каких? Синий, да? Ну, получается, да. Там как раз 6 слотов. Ну да, поскольку. Вопрос. Да. Слушай, так, БТР-70 за РЕ прикреплен, согласно таблице бронирования. Вот из-за этой неразберихи непонятно, где именно он. Ты сейчас кого-то еще отписываешь на БТР-70? Так, подожди, БТР-70, у вас там какое отделение? Мы занимаем два отделения. Конкретно я занимаю БМП-1, два я человека. Я вижу. Мы, угу. Да. И ребята заняли, получается, последние 2-6. Так, 2, сейчас. Но подожди. С учетом, да, с учетом, что это БТР-70. Ну, ты понимаешь, что мне с каждым, с каждой техникой мне нужна именно там пехота? Вот это дело. Понятно, нет, я имею в виду, если РГ заняли БТР-70, а тут ты какому-то еще отделению, получается, отдаешь БТР-70. А там же их несколько, по-моему, нет? Я там, вижу там, один только. Там две штуки, 2-5 еще. Нет, это они подписаны ввиду того, что таблица не соответствует абсолютно подписанным слотам, потому что я вижу, смотрите, они на сайте, я не заходил, получается, на свою миссию, но я вижу на сайте, у нас БТР-71, при этом в списке на самом сервере их два. БРДМ-ки написано две штуки, а по факту на сервере подписано три отделения с БРДМ-ками. Косяк миссиомейкера, ну вопрос просто, где именно эти БТР-70 и прочие. Слушай, там у нас есть восток и запад. Там вот да. Люди, ты видишь, вот на восток, значит, остановитесь на восток. Я, блин, я честно говоря, я на таблицу не смотрел, я работал вот с вот так вот. Вот то, я понял, есть. Да, но. Смотри, Гуська, вопрос в том, что здесь непонятно, какой именно за восток, потому что не оба БТР-70 подписаны. То есть ты хочешь сказать, что я вас разбиваю, как бы, отряд, да? Не-не-не, мы в принципе отдельно БМПшки, я просто к тому, что за отделение переживаю, что они БТР-70 должны были занять, они к нему и готовились. Соответственно, сейчас там и мехводы подбирают и так далее. Соответственно, они оба отделения, 2,5 и 2,6 подписаны как восток, БТР-70. Обрати внимание, пожалуйста, то есть косяк при в написании миссии. Так, то есть у нас и БРДМ-ок должно быть всего две, а подписано три отделения с БРДМ-ками. И все да, на западе. Да, это мой старт на брифинг. Ну я это шеф, правило. надо шефа просто взять и наказать нормально. Ну а забаньте меня на сервере, чертям, блин. Короче, нет, шеф, ну, может ты подскажешь, слушай, смотри, где я БТР-70. Я там просто, возможно, при копировании, короче, у меня получилось, что эти, они же одинаковые там отделения. Возможно, да, какое-то да. Просто не исправил название. Просто вот а все. Какое, не помнишь, Восток, БТР-70, какой из них? То есть 2-6, командиром 2-5. Против штабы с отличной стороны, грехи. Но оба БТР, оба БТР, они, по-моему, на Востоке же стоят, разве нет? А, то есть все-таки 2 БТР? Потому что и в описании, в таблице всего один. Сейчас, подожди, а может быть один. А вон ты сейчас увидишь уже все. БТР только один, и он у БРТ. У вас. А, подожди, их два. Один БТР-60 ПБ, а второй. Нет, 70. Нет, я про 70-ки говорю конкретно. 70-ка одна только. Ну вот сейчас уже видно на карте. Парни, а кто миссии проверял? Комиссия, наверное. А что, если РЕ заняли 60? А что случилось? Не, ну как бы вот. Что? Ну, таблицы, слоты неправильно стоят. Ну, все бывает, ничего страшного, разберемся. Нет. Разница? Ты что-то хочешь предъявить? Не, ничего, просто... Давайте отыграем как-то. Ты что, рамсы попутал? Не, этот молодой парень, я еще... Это же было самое, пилотом, стрелком, бортом. Он нормально такой, к нему со словом в карман не полезет. Давайте отыграем как есть тогда уж. Да, ладно, там все, в принципе, по слотам встали. Я очень злой, уставший, вы меня не нервируете, парни. Я вертолет здесь. Замечательно. Так, короче, я могу грузить метки? Грузи. Наверное.
О, тут до моего дома недалеко. Есть. СТБ на месте? Отлично. Так, ребят, разберемся сначала, значит... Блин, а что у меня ушли маркеры-то? А, красненькие, их так видно, да? Вот высоты, соответственно, юг, восток и север. То есть, в принципе, там ну, могут оказаться вражина. И причем, то есть оттуда, с этих меток простреливается черно, вообще как пить дать. Начнем с пика Козлова. Вот отделение 2-2-2-3. Так. Сейчас, стоп, я что-то немножко, ребят, запутался уже тоже. Так. Нет, начнем, короче, с севера. Десант высаживается на севере, да, у нас? Кто там у нас десант? То есть пилоты максимально быстро поднимают Мишку и высаживают кобальтов вот на севере, где-то в районе Могилевки. Кобальты аккуратненько достигают нужной высоты. Там вот 219, ребят, там вот под лэп можно спуститься еще чуть южнее. Как бы, ну, там найдете место. Короче, туда приблизнее подлез. Да. Ваша задача там просто, ну, вот постараться максимально быстро туда добраться, в бинокль и актуальные метки ставить. На вражину, там, на технику, на все что угодно. Короче, мониторите ситуацию. Я надеюсь, что туда вы доберетесь самыми первыми. Вот, соответственно, пехотное отделение, это у нас получается 2... А что, мы там, Кусь, потом работаем или что? Или нет, ребят, вы там просто сидите. Вот, я надеюсь, что вы туда первые доберетесь, вы там просто вот одного наблюдателя туда ставите, аккуратненько, который вот дает просто меточки. Либо, ну, командир, да, СДВ, он дает метки. Остальное отделение? Остальное, вот, на высоте вас, вы круговую оборону на высоте тусуетесь. Ладно. А если противник, что, контакт, уходим или остаемся? Ну, работаете, конечно, там делать нечего. Ну, то есть пробирайтесь туда с боем. Понял. Просто занимаем высоту, ясно. Так, соответственно, отделение 1-3 у нас, альфа 1-3. Это кто у нас? Аэрборны. Аэрборны. Ребят, вы тоже, значит, быстренько туда дрестуете, не знаю, смотрите себе маршрут. Максимально где-то в районе, ну, у болот, где-то в районе Комарова вы высаживаетесь, технику оставляете, двигаете вот на 93-ю высоту, вот туда вот куда-то, вот туда. Для начала, то есть вы там остаетесь, вы там крепитесь, вы мне докладываете, что мы здесь. Дальнейшая ваша высота будет уже вплотную подходить на 105-ю. Это вы, вот вы примерно должны на севере 2-1 высадиться. И вот вы тоже туда должны на свою меточку уже примерно прибыть. Я вас скооперирую, короче, вы выдвигаетесь на 105-ю, там такая небольшая электростанция как бы будет, оттуда тоже вот видно запад города. Так, то есть вы у нас как бы как разведка, плюс как бы как пехота, которая, ну, грубо говоря, чистит, я понимаю, что по одному отделению как бы не есть хорошо. Значит, отделение 2-5-2-4, технику тоже... Мы подгоняем где-то в район электро, становимся, вся пехота, ребят, 2-5-2-4, то, что у вас есть, она двигается на высоту, чтобы оттуда вас не сбили, короче, ну это я так вот просто поставил, тут 167-ю, короче, займите там. Еще раз, стоп, немного непонятно, технику, получается, вся пехота из техники на метке высаживается? Да, остается только экипаж, то есть 2-4-2-5 техника... остается, грубо говоря, там на дороге, ну, в лесополосу ее чуть-чуть можете загнать. Вот, остальная, грубо говоря, так на снайперскую гору лезет. Ну, кто знал, там в DayZ мод там играл и так далее и тому подобное, он знает то, что оттуда просматривает все электро и так далее и тому подобное. Вся вот пехота там, чтобы технику не сожгли, тоже, опять же, ожидаете. А, так, 2-2-2-3 на месте вы? 2-2-2-3. Мчаться быстрее ветра просто на пик Козлова. Вот быстрее ветра, ребят. Вот вы вообще не должны тормозить нигде. Уйти, наверное, можно в конце электро на север, да, на 139-ю. Нам, короче, главное занять пик Козлова, потому что потом мы на этот пик подтащим 2-5 и 2-4. Потому что они оттуда будут работать, просто заливать по городу. Потому что Черногорск очень большой город, и в основном
как бы вся фигня будет в прорыве города. То есть там. Это, Кузька, они там будут по-любому на пике Козлова. То есть мы... Я понимаю, вот туда два отделения идут, они их выбивают. Ну нам тогда нет парни, смысла. Время, ехать. Парни. Нам нету смысла ехать вот прямо на сам пик, нам где-то раньше надо выходить. Они не на сам пик, я же тебе еще говорю. Они могут в электро выдвинуться, они должны создать плацдарм на пике, чтобы туда мы беспрепятственно потом провели технику. Если что, для вас пехоту от 2.5, там 2.4 в подмогу отправим. То есть вы уже как начнете подходить, я, может быть, их сниму и отправлю туда. Короче, пик Козлова нам по любасу надо захватить. Вот просто по любасу. Так, 1.3, значит, задачу получил. Альфа 1.4, 1.5, 1.6. Все понятно. Мы подтягиваемся пока на место. Пехота тоже выходит. Двигается чуть-чуть, наверное, метров 200-300 и... Микрофон отключите. Да, Голуха это не нет. У меня. И, короче, отправляя их просто вот тоже к 105-й потихонечку по дорожке, чистить леса на востоке, на западе потихонечку. То есть они идут тоже к 105-й. Вот, в принципе, как бы все тут... А техника тоже ожидает, потом выкатываемся, техника 1.4, 1.5, 1.6, она, ну, по идее, тоже там на 105-ю может выехать, там уже как пойдут дела. Потому что... Вертолет-то куда сдриснул? Блин, у вертолета-то задача еще, забыл сказать, что когда он... Можно вертолет как-то вернуть сюда? В студию. Ладно, хотя бы... Пока да. Вертолет возвращает в студию, у 2.6 вопрос. Нам мы в Могилевку едем, зачем? 2.6, вы на поддержание 2.1. Так, да, извините, я про вас забыл. Да, вы на поддержание 2.1, туда же пехоту. У 2.1, короче, комплектовываете. Техника у вас тоже должна быть с севера, хорошо? То есть, ну, ребят, вам там кругаля немножко придется дать. Но по главным дорогам смотрите, как туда быстренько проехать, в принципе. Тоже туда дуйте, потому что на север у нас тогда получается только одно отделение. Так, вертолет, смотри, ты, короче, да. Высадку 2.1 сделал. Да. И потом начинаешь просто... Не подходи близко к зоне, короче. Просто... Но у них там дышка всякие, да. Да. Ты начинай кружить. Ты начинай кружить над нашими позициями. То есть ты высадил 2.1... Сразу же валишь. Я надеюсь, что ты как бы быстрее будешь. У нас парашюты есть, и скорее всего просто кобальты захотят высадиться это при помощи них. Слушай, не нужно. В Могилевке посади, там нормально, оно как бы находится, в принципе, там в небольшой низине, но нормально находится, касанием высади. И ты потом сразу же аккуратненько летишь, грубо говоря, в электро и смотришь пик Козлова, аккуратненько там смотришь, да? Пусть голова, вот это вот все смотрю, да, еще пехоту, вот технику, и ты все потом, это. Да, ты да. Пик Козлова осмотрел, пару кружков дал, чисто там связался. Угу. Может... Заспотил, меточку на карту доложил, улетел, все. Все, да, с товарищами, которые пехота туда идет штурмовать, угу. Это какое-то движение. Потом по водичке на юг прошел, чтобы тебя щерно не задели. Пошел там 1-3, там 105-ю проконтролировал. И, короче, вот летаешь кругами. Короче, летаю с почвы, технику и прочее. Да, летаешь кругами, вот все, по нашим высадкам, по нашим зеленым позициям, вот просто летаешь кругами пока. Ну все, да, КС. Понятно. Все, да. КС, все, вопрос ушел. По БМП 1-2, отделение 1-2. А наши где метки? Так, подожди, 1-2? Да, БМП 1. А, про вас я забыл. Что-то я, блин, как-то тупанул. Так, окей. 1-2, подожди. Ну, 1-2, ребят, давайте тогда на поддержку, в принципе. Ну, со всеми ехайте. Вот где 1-5, 1-4 стоит. Можете туда. Ну, принял. Принципе, принял. Да. Все, можно уходить. Да. Враг на канале. Все можно запускать. Кузька, твоя сторона готова? Да, наверное, готова. Да, все получили, да, приказания, указания. Кузька. Старт на игру. Я свои точки могу поливать противника. Окей. Сейчас. И там три играешь. И просыпаешься тупо от этого. Барт, я по тебе скучал целые 5 минут, нахуй.
Я потерял. Точно, нормально сейчас. Он полетел вверх. Итак, минут 20. Не, черный плащ тоже прикольный мультик. Черный плащ. Ник, скажи свой. Охуенный мультик был. Да я разберусь с тобой, ты неважно. Еще раз. Джейк, ты в отряде в каком-то? Штаб на ДВ. Я понял, что... Нет, ты ошибаешься. 2-6 на ДВ. Черный плащ, а ну-ка, от винта, чё? Черный плащ, только свистни, он появится. Черный плащ. Ну-ка, погромче. Подожди сейчас, блядь. Черное крыло. Блять, вы заебали нахуй. Кстати, сейчас вы не в курсе, блин, у кого дети есть, сейчас по Диснею, по каналу показывают, короче, реанимировали утиные истории. Но уже в новом рисовании, но, блин, тоже охрененно прикольные, посмотрите. Не-не-не, пацаны, вы ошибаетесь. Билли, Вилли и Дилли, блядь. Я что-то посмотрел, мне не зашло. Ты, наверное, уже вырос. Да, Макс, тебе надо тебе, наверное, пора завести детей, блядь, ёпта. Ну, где музыка про чёрного плаща, товарищ? Это, слышишь, Кузька? Ай. У нас что-то номер на бардаке какой-то несчастливый. Я вижу, да. Ну так нет, вы нет, вы будете штабом, как бы, и пока со мной будете тусоваться. А охранять, да, будем? Ну, не охранять, но мы как бы пойдем в бой, я не люблю, блядь, отсюда. А где музыка, парчина, плащает, товарищи? Я вас пущу туда, не волнуйтесь. Так, 2-2 на ДВ. Мы в конце пойдем зачищать уже. Все фраги сорвать. Ну, я не против, как бы, в конце пойти. Это да, Ромчик. Най. Да. Ребят, мы смотрите, мы едем сейчас, водитель занимает, он едет быстренько. Вся пехота высаживается, смотрите, на метку, на пик добрый туда идет. Окей. Вот. Кроме стрелка и водителя, разберитесь там, кто будет стрелком, кто водителем. Могу быть водятлом. Мы вас пропустим тогда. Хорошо, мне вообще нет, нужно. Навел, мы будем мы там все равно будем сидеть, пока пехи не зачистят. Понял, угу. Давайте я его дедлом побуду. Вы за нами тогда едете, окей? Да, мы хорошо. Бля, пацаны, у меня пиво кончилось, это пиздец. Это просто пиздец. Я не знаю, что делать. Как эсу, блядь, отойти за пивом, нахуй. О. Черное крыло! Берегись на ноги, враг! Берегись на тей! Чё? Только свистни, он появится! Ну-ка, от винта! Вырубите ты нахуй свою хуйню, кто там в соседнем отделении. Все, вырубайте, черный уже жалуются. Черный плащ, пожалуйста. Я говорю, рубите музыку, ёб твою мать. Кто жалуется? А мы все влезем в бордем-то? А я наверху. Так, давайте, пацаны, грузимся. А у меня такой вопрос к вам, пацаны, а кто-нибудь меня в КС-овстве может подменить и говорит, что это штаб? Из бардака, допустим. Вертолет на ДВ. Барт Фокс. Блять, я просто, бля, Барт, пизда, нахуй, за пивасом хочу, пиздец, мне 10 минут. Я приносил тебя. Ну, потерпи уже, блядь, чё ты тоже, блядь. Алкаш, блядь. Да, блядь. Нихуя, алкаш, ты, алкаш, ты там жрёшь, блядь, ёпта, алкаш. Водку с пивом, блядь, и с рыбкой. Почему маршрут не постройте? Хорошо, водите на то. Да. Да вырубай, говорю, блядь. Вы что, охуели? Подожди. Барт, вырубай. Либо на этом самом, на шепоте вырубай, на. По дороге прямо едьте. Блядь. На чешском. По дороге прямо до доков электро едем. Пока не уйдет. Да, там остановимся, пойдем на гору. А потом прикрепи, а каждого подуха, ведь тебе полабить, маш муру злосы нас.
нынешнего. Заебал, как блядь. Как вам на чешском? Буду говорить прям так. Хуйня полная. Ты чё, блядь? Чешский не уважаю. Отделение. Бля, артист, ты чё там ковыряешься, бро? Именно пехотное отделение. Это условность такая, ну, то есть я буду называть пехотным отделением тех, кто не водитель, не стрелок. Так, все, вы заебали нахуй АКС вообще-то, ёпты. Под командира не занимать. Так, ребята, и что, я пиздец загруженный? Ну, тебе как бы идти, блядь, на высоту все равно занимать, ёпты, с пулемётом. А. Я такой тык-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 
Я хочу, чтобы эту метку поставили в высадке, да, то есть, ну, сориентируюсь. Говоришь, КВ, говори. После Европы махни. Нашу метку поставить? А, сейчас поставлю. Да, представьте, как я буду с пулеметом. Тых-т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 ых. Я бортфук заебал. Да не могу, блядь, адреналин в голову ударил. Или что-то другое. Давай. Поставил. А чё они, блядь, разворачиваются, нахуй? Все. Нам на запад ехать. Да, вижу. Они решили по-другому ехать. А, там одному я точно дал. Я забыл, что кому дал, нахуй. Го-го-го-го! Давай, давай, едем, 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 едем! Чёрный план, только тихий слон появится. Чёрный план. Я бы вот не советовал КСу ехать впереди, блядь, ну ладно. Да пофиг. Не тычь меня своей дешки. Чё эти подмышки вонючие, фу. А ты их не нюхай, ты там лезешь. Даже через дом лезешь. Кто прожектором крутит? Давай, давай, давай. Давай, давай, ехай, 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 ехай. Так, пехота, сейчас останавливаемся. Сразу хуярите, блядь, на пик добрый, блядь. Азимутом 290. Давай, ехай, ехай, я слежу. Да когда увидишь завод электро, тогда остановишься, понял? Нормально, едем, едем. Пока мчи, я тебе скажу. Тормози, говорю, блядь, направо сдавай. Этого хуеплёта не слушай. Да это не помню. Направо, блядь. Направо, направо, направо сдавай. Направо, право, право, право. Все, ставься, хорошо. Барт, помнишь снайперскую гору, блядь? Да я далеко? Знаю, давайте. Все, давайте туда пошли. Тазимут 290, нахуй. Смотрите электро, блядь, не и на запад. Не 290, а 260. 270. Экипаж остался у меня в технике? Да, на месте. Все, заебись, ребят, смотрите. Кто за пулеметчик у меня? Корма приземлили. Кто-то есть. Штаб прием, это мир. Штаб на связи. А, десант вы. Все, принял тебя. Барт, на себя метки оставляйте сразу. Как прибудете на высоту, пацаны? Я тут
дублирую. Две минуты, тут шесть, смотри. Дублируйте на меня метки входа. Так, я принял. Давай, 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 ехай на высоту быстро, блядь. Никто не отстает. Идем. Так, ну все, муравьишки у меня поехали, блядь. Давайте, пацаны, блядь. Правей. Идите. О, левей, левей, левей. Барт, смотри, короче, на пик Козлова. Будьте готовы, нахуй, туда выдвинуться. Понял меня? Ишкарус? Пурпл, блядь, не надо на себя метку отдельную ставить. Ты мне, блядь, заграждаешь, сука, экран, пиздец. Барт, я на тебя метку въебал уже, блядь. Я понял. Блядь, я для тебя обновляю, ты, блядь, чтоб потом ставил. Я уже въебал, нахуй, на высоте. 1.5 на метке. Принято 1.5. Кэш, как вы, ты говоришь 2.5. Бетеру нужно в электро ехать? Как, ну, Пусть уже пехота высадилась. Короче, мы ставим меточки, внимание, учти. Нет, 2.5, 2.5, никак нет. Бетер в электро не едет. На пике Козлова замечено отделение с УАЗом. Все, принято вас. Подожди, у меня моргни огнем. 1-4. 1-4, встречен враг. Давайте, валите их, ё-моё. Так, штаб, это 2-2, мы на своей метке, короче, выдвигаемся в сторону пика Козлова. Так, 2-2, 2-3, пехотное отделение, надо захватить пик Козлова. Принт, штаб. Барт, отправляйся на пик Козлова, там враг. На запад ровно, пошли, пацаны, давайте. Знаю. Там у вас, блядь, давайте не должно ничего тяжелого. Давай. Кузька. Давайте за мной, Давид. Да. Давай мы чуть подъедем и хотя бы половину БК можем попробовать. Азимут горы 265. Не надо, пусть они защищают, блядь, не трогай. Пехоты заберут. Да БК очень много, хоть постреляй. Нормально, БК потом будем по городу высыпать. 2-1 на связи. Приемный, Кость. Чё у вас там по городу? Город видимости имеете? Кость, Черногорск имеешь в виду? Да, Черно, где противник? Да, видимого. Давайте, ставьте метки, пока сидите аккуратно, ждите 2-5, 2-6 ждите на подмогу. Давайте там все на шепот, пацаны. Кусь, мы меточки ставим тогда, и я все отделение смещаю с этой метки. У нас гараж занят, я только наблюдатель там оставляю. Я принял. 1-3 на связи? На связи. Отлично, вы на меточке, да? Мы это почти пришли. Кусь, дай добро переместиться, 2-1 метку поставил. Добро даю, давай перемещайся. Два четыре, видите кого-нибудь у электро? Прием 2-4. Нет, электро там чисто, они зашли. Сейчас 2-4. 2-4 сейчас, ребят, все 2-4 в поддержку, 2-2 и 2-3 переместил, они уже двигаются к пику Козлова. 2-5 оставаться на месте? Нет, Говорит, поставил метку на пехоту. Принял. Короче, шапочки по нам,
Нет, 2-5, 2-5, пехоту сгружайте, тоже двигаться. Пик Козлова нужно зачистить полностью. Будьте внимательны, у вас впереди 2-4 двигаются. Барт, смотри, блядь, будь аккуратней, сзади 2-5 двигаются, впереди все враги. Вперед пропустить 2-4, ну, чтобы мы строим не шли прям. 2-4, впереди уже идут, метку обновили, бро. Да я не вижу, чтобы они впереди шли. Барт, вы у лэпа, нет? Даже тебе ручку помочь или не надо? Они 2-4 уже у лэпа. Давайте все двигайтесь, зачищайте. 2-2, 2-3. Вдогонку, 2-4 двигайте. КС, ты что-то путаешь. 2-4 сейчас находятся на мысе Доброй. Они никуда, их метка не двигается. Два-четыре у нас техника находится, 2-4 отделение пехотное двигается. Ну, я это понимаю, их метка стоит на пике, или у меня что-то не так с картой, я не могу понять, потому что... Так, стоп, отбой. Две метки. Ну вот, это вот. Я продублировал, пардон. Неплохо. Я на горячке, конечно. РМСИ, как там дела у нас? РМСИ, я принял, ребят, дальше не двигайтесь, попытайтесь закрепиться. 1-6, 1-5 на связи. 1-6, параллельно идет. Ребята, давайте все. 1-6, 1-5 совместно с 1-4. Три отделения. Вперед пехоту. Сзади можете по возможности вытаскивать броню и работать. Продавливайте, ребят. До 105-й нужно продавить. Электро, если что, чист. 2-4, слышите? Воздух принял тебя. 2-4, прием, говорит 2-5. Барт, тебе... Барт, у тебя ДВХ есть? 2-4 на связь не выходит, пусть поймут. 2-4, у меня ДВХ, я с ним по КВ общаюсь. Ребята проставляют, что их метка актуальна. Все, хорошо, пусть проставляют. 1-3 на связи? Возможно, у метку у 2-4 проставлена не в дополнительный канал, в канал группы, потому что я ее не вижу, опять же, говорю, на карте. Так, я принял, короче, сейчас я проставлю, дублирую, да. Да, подтверждаю, канал группы. Что-то не так у них там. Найди лэп и отлэп назад. Идут они живые, все, проставил метку. Он уже спустились давно, мы ждем еще кого. 1-3, вы на связи? Аэрборны на связь, выходите. Ребят, вы пока там так и сидите, приходу отметили, верно? У нас контакт, мы противника уничтожаем. Молодцы, молодцы, пока сохраняйте позицию. Да-да. 2-6, на связи. Ребят, 2-6, давайте быстренько. Поддержку 2-1 тоже на счете наступления. Ребят, поторопитесь. Ну, бля, знаешь, тебе это говорит. Пошли по сервировой машине не так я выкрою. Он 260 идет. Барт, завай. Барт, ты меня слышишь? Слышишь, я тебе говорю, заберись на высоту добрую, Высота добрый занята, блядь, Козлова занята, я понял, блядь, подожди, пока никуда, блядь, не буду забираться, отбейте высоту, я туда сейчас приеду, блядь. За вами отделение тоже идут, аккуратно будьте, смотрите, блядь, потихоньку, пацаны. Все, боевой, потому что здесь уже возможно противники, все наши... Я понял, они там, сука, в камнях сидят, блядь. Так, моя техника, Жмур. Вы на дальний? Да. Сейчас, подожди. На дальний, штаб на дальний. 2-1 отделение. 2-1, хорошо. 2-2
Паладин, прием, это я на связи. Если на метку наблюдателя мы передвинемся всем отделением, ничего страшного? Говорит Ми-8, поставим метку. Добро, даю, давай, потихоньку, подвигайся. Уточни, какая метка? КП, восклицательный знак поставил на юге от Черногорска. Юго-западе, точнее. Урал? Юго-запад. Не, там своих нету, конечно. А то там БТР, походу, катался один. Обнови метку на технику. Кузь, обновил на 2-1 зеленым. Можно передвинуться всем отделением? Кузька. 2-1, а где... Да, 2-1, давай, туда аккуратненько, только там да, также и сидите. Все, заебись вообще, кошерка. Все, хорошо, сидите, только оттуда никуда не рыпайтесь, по возможности везде огонь. Я, подожди тут, блядь, Жмур. На месте. Так, подожди, ты где? На месте мы в этом, стоим на точке. Сейчас, окей. Кирс, разреши, БМП 1 сдвинуть с ломами на зеленую. БМП-1, отделение, принял. 1-4, РМС живые, нет? У 2-4 контакт, не понял или что? Говори 2-5. Работаем по горе, чтоб наш поджаться. 1-5, 1-6, 1-4, двигайтесь вперед, прожимайте, ребята, до 105, до восклицательного знака вам надо прожать. КС, у 2-4 там контакт? Говори 2-5. Возможно, да, там я слышал, работают, да, ставят метки 2-4, там контакты. Там с горы, возможно, работают, потому что на горе сидит пехот. Кустя, 2-1, поставили маршрут, но по такому маршруту можно незаметно пройти, прием. 2-1, я вас слышу, добро даю на высоту туда, к вышке, подтягивайтесь на 82-ю, сидите там. Потом по маршруту по зеленому можно будет? Ну смотри, если у вас там все чисто, попытайтесь туда подтащиться мы пока. Мы можем там спокойно вообще, чистенько, аккуратно. Все, я тебя принял, ты мне отметил этот самый, ты мне отметил стройку. Там сидите, потому что если мы потянем технику, будем обрабатывать другие участки, блядь. Сидите тогда на стройке. Ясно. Так, сейчас Жмур, сейчас выдвинемся. Поехали, да, нашим, блядь, нашим поможем, блядь. Чем мы ему в лесу поможем, скажи? Мы в лес. Давай, потихоньку вперед. Пик Козлова обработаем. Штаб на связи. Повтори, не слышу тебя. Жму А, 1-3, 1-3, я тебя принял, да, 1-3, если есть возможность, если с юга противника вы нейтрализовали, двигайтесь на 105-ю высоту, это будет вообще замечательно. Только будьте внимательны, потому что с юга, с севера от вас могут оказаться противники. Один-три еще живы? 1-3 живы, здравствуй. Поставил метку, может быть, у вас СПГ стоит. МБ у вас СПГ, метка. Все, принял тебя. 1-3, тогда вы, если замечательно пройдете на 105-ю, будете убивать 130-ю высоту. Тогда у вас СПГ под вами остается. Давайте, ребятки. Жмур, выкатывайся, блядь, ебашь туда на пик Козлова. Вы мне говорите прямо, лево, блядь, я уж нихуя не понимаю. Нарисуй ему маршрут. Сейчас, подожди. Уже в городе, блядь, едем. Чё, блядь, ебать? Нам за город надо выехать, за город выезжаем. Я забрал, блядь. Нет, это противник уничтожать. Какая разница, блядь, моя метка? Так, чё там такое? Что такое? Дублирую, сейчас дублирую, блять, у меня тут вообще все рвется, подожди. 2-4. Смотри, увидишь, я что-то бить казал, внимательно. 2-4, давайте. 2-5, 2-3, как вы там, пацаны? Нет. Видишь? Барт, воюете, нет? Повторить? Жмур, налево, 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 вдоль берега надо ехать, налево.
Ну я спрятаться хотел тут. Давай, давай, нечего прятаться, там, блядь, пацанам надо там помогать. Восточное отделение, у меня идут пик Козлова захватывать, или вы там дрочите, блядь? Идем, идем. Что? На берегу? 2-4 уже вязалось бой, ребят, давайте помогайте. Мы приняли, да. Сейчас мы бардак выкатим, поработаем по горе. Бардак выкатим, поработаем по горе. Наш бардак уже стоит там возле заправки, видит вражеский пехот. Все, принял, мы... Все, 2-5, мы сейчас тоже подкатываемся. Свои чего уже поджались туда? Так, кто штаб запрашивал? Рамси, говорят, что у них этот УАЗ СПГ. Я знаю, но у вас СПГ стояло. Сейчас 1-3 туда пойдем работать. Так, смотрите, там. 1-4 на связи. Да, да. Шмур, прямо, блядь, по дороге на запад. Нет, мы все просеяны, идем и чешем. Ну, 1-3, вы на связи? Ваши детки там был враг, кто нам стрелял. Аэрборны на связи? Может быть, на связи. Ребят, давайте, смотрите, аккуратно, 130-ю подходите, блядь, азимут 60, аккуратно чешите. Только по своим не работайте. Там 1-4 от вас на севере. К нам во фланг кто не помог зайти, не знаю. Так, 2-6 на связи, пехотное отделение. Да, на связи. Так, 2-6, давайте на позицию вместе с техникой, на позицию, 2-1 подтягивайтесь, 82-я высота. Да, двигаемся, двигаемся. Давайте аккуратненько. 1-6, ламут обновите, пожалуйста, на секунду. Хочешь на ту гору? 2-1 на связи. 2-1 на связи. Все, 2-1 на связи. 2-1, обеспечьте плацдарм для 2-6. Один момент, освободили, потери есть пока. Все отделение на актуальной метке 2-1, там южнее работают только два наблюдателя. 2-1, я понял, обеспечьте плацдарм для 2-6, сейчас к вам подъедет подкрепление. На 2-1 метку у меня чисто полностью. Отлично, замечательно. Противник уже знает, что мы у них в городе. Противник знает, что поедет. 1-6 на связи. Жмур, надо ближе подъехать. Работать вот туда на пик козла. На 105-й высоте с восклицательным знаком, кто-то стрелял. По камням работай. Куда ближе-то, блядь, пиздец, блядь. Все, тормози, тормози, не надо ближе. Ты что думаешь, сожгут тебя, ёпта? Поставил метку. Ясно, КМ. У нас там БТР 70-й работает уже по ним, ёп твою мать. Да, я. Минус один. Так, восточным отделением, БРДМ, короче, с техники начинаем работать по врагу на пике Козлова по... Уже по идет там работа. Кто говорит? Так, пехота там. Кибермаг. Это 2-3-0 в засаде. Что нам делать? Кто? 2-3 парень в засаду, понесли потери, что нам делать? Штурмовать нашу позицию или менять? 2-3. На пик Козлова дуем, по-любому. Жмур, ты там что-нибудь видишь? В глаза долбишься. А, не я, артист стреляет. Все, артист, подожди, пока не стреляет. ПКМ свой, блядь. 2-5, БТР, отставить огонь пока. Два шесть на связи? 2-6 на связи. Командир, наверху чуть-чуть. Да, отлично. Вы подтянулись на меточку к 2-1? Да, мы потянулись, но тут у позиции 2-1 какая-то стрельба, они тут стоят. 2-1, вы слышите меня? Стаб поставил метку на УАЗ ДШК точно, на пике Коз... Принял тебя. Ребят, там есть УАЗ ДШК. Видишь, нет? В самом метка. Пике человека 2 от силы осталось, если... Я тебя принял, воздух, замечательно. КС мы видим, наш бетер видит на камнях врага, разрешите работать? Работай, бетер, если враг есть, работай, только там уже наши заходят, аккуратно будет. Так, кто на горке живой? Ребята, всем отделениям, все, кто меня слышит, давайте сдвиг на первый резерв. Повторяю, всем отделениям сдвиг на первый резерв. Принято, сдвиг на первый резерв по ДВ.
Вот ты шикар будет. Может, переходим на часов другую, я так думаю, нас слушают уже. Я уже перешел, блядь, по ДВ. 2-4, переходим на новую часов на следующую. Резервную первую. Да, да. Барт, ты на связи? Все, переходим на вторую, на первую резервную. Барт. Нет, он. ПКВ. Ну, ПКВ. Давай, 2-4, да. Переходит на первую резервную. Все, переходим. Давай, да-да-да. О, господи. Так, на КВ. Он еще не слышу. На КВ жмурик. На КВ. Так, давайте почитаемся. Жмурик на связи. Теперь мы. Да все, у нас все остальное ушло, блядь, туда. Давай, жмур, ближе, блядь, подъезжай. Блядь, сейчас, подожди, как, я сяду. Куда ближе там до ШК стоит, пиздец, блядь. Куда ты поехал, ёпта, командир сзади бежит. Куда ты похуярил, блядь? Так, у нас пехотная с Бартом. Остался кто-то, нет? Нет. Кибер Макс еще вроде говорит, не? Да, я Кибер Макс. Макс, ты там живой? Я живой, я на метке по 4. Я на камне. Это 1-5, там живой. На камне. 1-5, повтори. 1-5, запрашиваю. Короче. Никого не вижу. Слушайте, можете помолчать? 1-5, двигайся, двигайся, двигайся. 1-5, приняли? 1-5, двигайте. Добро. Все, дал добро, штаб. Макс, ты живой? Я живой, я живой. Ты где, братуха? Быстро. Я ты на пике Козлова? 2-4, короче. Да, да. Все, хорошо, давай. Крепление 2-5 пришло, короче. Там противники есть еще, нет? Да, есть, стреляют. 2-5, Беттер 70, слышите меня? Что, раз бета все сожгли? Опять, короче, у нас еще. Рядом со мной. Я принял, ты там закройся, короче, лови терпеть. Слышь, слышу. Еще, еще, еще. Еще выйдет на дорогу. 2-4. 2-4, прием. 2-5 выполнили приказ. Мы за. Все, 2-5 принято. Сейчас, да. Значит, мы туда выезжаем. 2-5. Да, хотя дыма не видно. Подожди, не работайте, там наши уже. 2-5, ответь мне, вы выполнили приказ, зачисли Козлова. Ты лучше вдоль дороги смотри, блядь. Нас ебут. Поехали на пик Козлова, быстро, все. Там наши уже. Давай, 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 подтягивай, будем работать по городу. Да ебись, как туда заехать-то еще. Справа заезжай. Справа, справа, справа. Заливать Кузька, поехали на маяк. Так, вы можете двигаться тогда на маяк, меня ссадите у дороги, я подумаю на пик. Меня у дороги ссадите, я подумаю. Подвезем. Ты не спеши, ты да я понял, ты там команда, потому что я нихуя здесь не. Так, Жмур, давайте, у вас ДВХ есть нахуй? Второй, есть. Первый резерв, все, пошли. Карту вы, соответственно, себя можете ставить. Ну давай, меня поближе, ты ёпты, подведи, блядь. Что, ноги больные, что ли? Да. Молодцы. Меня ранили, я ползу. Слышь, нам хорошо. Нам сознанием. Ты мне стреляешь, полна, думает. Так, у нас еще и РМС живые. Давай, давай. Нахуй, короче, я вышел, все. Пошли, давайте на маяк, на себя метку давайте. Так, у нас сожгли один бардак, кажется. Ты мой, если че. Я так, 1-4, кажется. На пике Козлова есть у нас живые отделения? 2-5. Это РМС. РМС, враг... слушаю. На врага стоит. Там отделение пехоты, я поставил 1-4. На поддержка. У нас, блин, за спиной, нахуй, два отделения стоят, ни хера ничего не делают. А почему они ничего не делают? Я же им сказал передвигаться. Потому что они спину, блин. 1-5, 1-6, надо двигаться. К 1-4 двигайтесь, ребята.
Есть идея посадить вертолет-пулеметчика и оказывать огневую поддержку. Посадить? Куда его посадить? Вертолет, он может с двери отстреливать. Я понимаю. Со своего ПКМ. У меня сильнее ощущение осталось. У вас уже все, свободная работа, воздух, работайте уже по врагу. Зависайте, работайте. У нас нет вооружения, я поэтому прошу, чтобы это пех какого-нибудь с пулеметом поставили хотя бы. Где ж я тебе его сейчас найду? Ну не знаю. Если есть. Так, что нам с камней, куда идти? Западная группа, все двигайтесь к 1-4, 130 высоту занимайте. Так, Макс, понял. Ты живой? Я живой, перевязывался, мне тоже. Сейчас, чёрт, я подожди, я подойду. Это 2-3, задача выполнена, пик взят. КС. Все, принял, КС поднимается на пик. Разрешение на перемещение. Один, 1-2, я вас принял, передвигайтесь, помогайте, все 1-4, все отряды РМС нужна помощь. Что-то пошло не так. Западная группа, технику выдвигайте уже тоже туда. Давайте прорывайтесь. Стоп, у меня второй пилот умер. Говорит 2-5, командир отделения, то есть я находился в коме пожилой. Все живы, все отделение живы, пик Козлова зачищен. Дальнейшие приказания какие? Все, 2-5, замечательно. Стоп, поставил метку пехота, где сгорел борода. 1-5, это рядом с 1-4. Прием, говорит 2-5, КС, какие дальше приказания? КС сейчас поднимется, тебе сам все скажет. Ты на камнях? Да, я на камнях. Пиздец, мы тут народу нахуй потеряли, блядь. А бэтр-то где, блядь? Какой бэтр? Так, это спокойно, это КС, блядь. А вон 2-5. Так они вон, пехота бегают, запросите ПДО. Да, бэтр 2-5, вы живы, нет? А я где вижу, у нас работа? Бэтр 2-5 жив. Ты на месте, на заправке. А Бэтр 2-5 может на пик Козлова заехать, если он профессионал? Может, может. Ну вот пусть он сюда ехает и отсюда стреляет. Ну, блин, ну вроде как те уши на камне лежат. Понял, тот один, да. Все, он выдвинулся. 1-5 зачистим, наверное, станцию. Да, 2-2, 2-3, у кого там выстрелы на северо-востоке? Кучка. Это 2-2, у них выстрелы за 3 на пике, у нас все спокойно. Это 1-5, нам электростанцию, где 1-3, зачистить? Там уже 2-2, да, там... Да, 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 смотрите, возможно, 1-3 смяли. БМПшка тогда не стреляет туда пока. Давайте, пехота, работайте, ребят. Так, блять, пиздец, что делать-то нахуй, куда вас направить нахуй, ёпта, у нас же вот это, это захваченная хуетовина, да? Да, да, да. Слышите, это 2-2 не макро. Повтори. Работает по противнику, в лесу сразу надо электростанцию. Я принял, ну так пусть тогда двигаются сюда на пик Козлова. Там нас... 2-2, останки двигаются на пик Козлова. Ну, если я сейчас найду, я им передам. Давай. Ребята, вы там быстрее, что там сопливите, пик Козлова заняли. На пике все находится. Проверка, давай. Все, отлично. Слышно, кто говорит? 2-6, что осталось? Так, 2-6, сейчас с вами разберемся. 2-6, у вас там кто-то сопротивление? Противник на метке 2-1. Противник на метке 2-1. 2-1 конкретно у нас подставили. Да, в пригородках враги. Вижу, возле забора один лежит. Где, точно? Азимута дайте удаление. На... Кто сзади, электростанции, не стреляйте, здесь на станции свои. Ну до кого, до ШКМ есть, ёпта, работайте нахуй, он дохлый, ёпта. Так, парни, чё ты в авто не снимаете тупо? Может есть чё? Да там чё, ничего. Оно, 300 азим, короче. Так, еще раз, где он, повторите? Азимут. Стоп, докладываю. Одно СП еще врага уничтожено. Принял, отлично. Отличная работа. 2-1, вы меточки проставили, вы на связи, кобальты? Железный ангар. С другой стороны, видишь, есть заборчик. Кобальты. Вижу. На, так, двигайтесь на стройку. У меня... Можете мне, блять, ну примерно хотя бы. Так, ребята, быстро, блять.
Так, мужики, стой. Отойдите. Нахуй сейчас подойдем. Вы завели. А? Макс, ты тут? Вы завели, Дышек. Да, я тут. Короче, давайте сейчас всей шоблой собирайтесь и дуйте на стройку. Нет, видите стройку у меня? Азиму 265, стройка, блядь. Да, вижу. Вот всей шаблой вместе вот с этой хуйней, блядь, вот все вот просто туда идете. Штаб, если что, поставил метку желтую на СПГ покину. Понятно. Штаб принял. Все, 2-5 приняли, приказ выдвигаем. Так, Азиму 2. Давайте, блядь, быстро грузитесь, кто-то пехотой, кто-то... Там от вас никто еще не спускается. Нас спускаются на юге, вот БМП есть свои. На самом верху вижу. КС-2, ты языка для нас задача. Так, КС на связи, подождите, у какой БМП, где? Спрашиваю, поставил вопрос, на 95-й высоте есть наши, нет? Смотри, не 2 БМП. Я твой вопрос просто не вижу вообще, хоть убей. Часть света карты какая? Хотя бы ты мне скажи, запад, восток, север, от чего? Секунду. Все, вот теперь все увидел. Это 1.5 говорит? Это говорит 1.2. Там 1.5 у 104. 1.5 вы слышите? 1.5 на связи. Смотрите, у вас ничего поставили БМП, скорее всего, перед домами от вас азимуты 150, буквально 150-200 метров. Принято. Пурпл. Да нормально, это свои. 1.5, я запрашиваю, свои там есть, нет? Можете подтвердить? Это 1.5, у нас здесь враг. Значит нету, значит БМП не наш. Стоп, 1-3 отметку дали. Там свои. Так, Макс, садись, поехали. Да, там свои. Сел? Обновите метки, пожалуйста. За пулемет садись. 2-3, а сейчас. Вы скажите, куда позаливать, если что, я просто не понимаю. Сел. Макс, ты на ШКМ ставь 200 метров. Ух ты, мы пришли. Поставил. Молодец, Рамус. Что, ребятки свои? Штаб на связи? Штаб на связи. Ваши запрашивают, что нам делать? Макс, живой? 2-6, ведите. Мы приготки обработали, там дым пошел белый. Крейсер 24, УАЗик свой едет, пускай. УАЗик свой едет. Свой УАЗик едет. Принято. Штаб едет. Так, 2-5, бетер контрольный кашель. Но. Слушаю. Вам пизды там дали. Беттер, который на Козлова. Смотрите, у вас одиночный пех. Сейчас я вам поставлю метку. Блять, УАЗик свой едет или нет? Свой, свой остановился. Свой. Возле моста свой. Возле 2-5 метров. 2-5. Это 2-3. Можно задать? 2-5. Смотрите, кто там Беттер загнал на пик Козлова. Здесь где-то 2-4. Поставил одиночную метку. Там одиночный пехотинец у вас на севере, блять. Он под горой. Так, ты живой? Я живой, меня подбили, без сознания. Блядь, сейчас я тебя вытащу. КФ, можно сдачу для 2-3. Ты стреляешь? Не стреляю. БРД. БРД, блядь. По нам стреляй. Понимаю. Штаб под огнем. Ты там как, без сознанки совсем? Я раненый, у меня кровотечение большое. Сейчас. Штаб, если
штоп, походу Черногорск пуст, я тут летаю уже прям на дне. Я принял, давай работай. Ой, поставь метку на УАЗик. УАЗик сейчас двигается по берегу. УАЗик? Мы запрашиваем УАЗик свой. Это я, это штаб, блядь, едет. Какого хуя ты едешь не с нами, но это не почему УАЗики, блядь. Бля, нету я времени, не блядь, ставить едет. Метки. Ваш штаб двигается к стройке. Прием, кто работает по своим с маяка? По нам стреляют. По своим работает. Маяка. Все поняли? Хорош стоять. Придурки, блядь. Не стреляй. Где метка, блядь, по стройке? Мы не работаем по стройке, ребята. Вас к стройке подъезжает с востока, блядь, это штаб. Так, что выходи. Выходи сюда, назад. Макс, назад. Я перевязываться. Так, штаб на себя метку дал 24. Беттер с Козлова, можете работать по городу? Нет. Нас свои же обстреляли, сейчас лечимся. Блять, заебись. Ребята, полностью черно, вот кроме стройки обстреливайте, блядь. Вы в сарайку или куда вам полностью, вас стрелять? Полностью БК да нахуй видишь, спускайте туда. Я просто заливаю туда, мне много БК. Макс, живой? Я живой, у меня большая кровопотеря и серия крана. На гору можно подняться, у себя метки есть. Сейчас я тебя подлечу, блядь, подожди, где ты ехал? Еще раз, маяка, мы не работали на стройку. Мы работали на пригорке. Макс, ты где, блядь? Метка 2-1. Ложись нахуй. В пригородках зачистили, нет, товарищи? Там метка стоит, враг. С пригородок? Сейчас вертолет слетает, проверь. С пригородок, да, по нам огонь был, у вас шел. Да, там в дальнем доме. Да, один пеш, заходим в город. Дальний сарай, метку там. Трассера буду давать, сейчас наведи меня. Я не вижу просто этих домов. Слушай, у тебя вроде все нормально, Макс. Метка, мистер Пёрпл, там пеши. У меня серый экран, как бы, ну, большая. Понял. Ну, лежи, короче, у тебя все, у тебя как бы... По своим. Перебинтовался. В северных пригородках пусть. Вот этот серый сарай за ним. По мне сейчас пытаются что-то работать. Так, я пошел поссать. Штаб на связи? На связи. Надо делать шаг на ДВ. Все, принято. Всем отделениям шаг на ДВ. Сдвиг по ДВ. Сдвиг по ДВ. По ДВ. Второй уже. Метка пьех. Да мы поняли, мы просто не видим вам ничего. Работаем так. 1-2 на ДВ. Вертолет на ДВ. Штаб на ДВ. 1-3 на ДВ. БТР, то, что стоит на мысе, не уничтожен. Все, принял, отличная работа. Жмур, ты где там вообще, нахуй? Подтягивайся, работай по городу, блядь. Оттуда работай по городу, блядь, с маяка, нахуй. Мы работаем, мы на маяке всё, работаем хорошо, по городу. Хорошо, блядь. Так, Макс, ты готов идти, нет? У меня левая рука кровотечение. Что за нахер? Сейчас, подожди. Тебе надо полежать немножко. Жгут ему поставить, да. Все, и забей на него. Я жгут сейчас. Там где СПГ минус, бардаком, замечен противник. Там несколько фоточка. Меня лечит, блядь, великолепно. Кузька, работаю по контейнерам. Отлично. Ну, своих нет там. Воздух принял тебя. Все пучком, пусть. Да бэху выкатить и долбануть по этим пидорам, я бы сказал. Давай, это Макс, садись. Это 1-5 у нас бой. Есть потери. 1-5, чудес не бывает. Всем отделениям, которые есть, ребята, максимально продвигаемся к триггерам, пытаемся заходить. Это 2-1, мы разъебали их на стройке. Ну давайте подкрепление, блять, у нас чистый проход.
этаж. Один. Шмур, на стройку к нам подтягивайся. Понял. Зеленый дом, вот куда Петр стреляет, видите? Нет, мы не видим. Перед железкой. На берег. Там где? Красавцы, блядь. Я без сознания, Кузька, короче, блядь. Был опять. А, нет, а нас свои ебанули, блядь. А. Нас, блядь, со стройки. А нет. Воин. А, Friendly Fire, да, молодец, AMB. А как узнать? Stealth.com, блядь, ну это пиздец. Короче, блядь, я надеюсь, мы выиграем, нахуй. Должны, блядь, на 60-х 26, нахуй. Блять, без КС они смогут 26, блядь, забрать или нет? Меня интересует. Блять, это пиздец. Ёбаный в рот. Ну кто там ебется? Я ж сказал, что мы штаб 2-4 поставлены. Едем к стройке, блять, ну это пиздец. Я хочу этому человеку в глаза, блядь, посмотреть, нахуй. Да нихера ничего не слышит, блядь, под стрельбой нахуй. Да я тоже, у меня ДВ, КВ хуярят, блядь, все хуярят, пиздец, выстрелы. Техника, жесть. Короче, я надеюсь, мы победим. Я пошел, блядь, за пивасом. Йо, я так...